дни, день, великий день Победы. Наши деды и прадеды в свое время отстояли за Советский Союз, за Русь Святую, против сил зла, потому что мы знаем, что они хотели здесь сделать. И много есть свидетельств, те, которые, что они имели желание произвести с нашим народом. Поэтому помоги вам, Господи, с праздником 9 мая. Пускай милостивый Господь хранит и защищает вас от всякого зла. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Всем, кто сегодня с нами, разделяет радость важного праздника страны. Но прежде чем мы начнем, хотим попросить благословения у духовного наставника Луческой духовной лечебницы отца Виталия. Всех поздравляю с праздником, с Днем Победы, с пасхальной радостью. Пусть милостивый Господь благословляет наших деток и всех нас, присутствующих. Помощи Божией всем! С праздником! Приветствовать вас на праздничном концерте, посвященном 78-й годовщине со дня победы советского народа в Великой Отечественной войне. И слава Богу, что мы победили, и мы можем молиться в наших храмах, благодарить Господа Бога, радоваться тому, что мы победители. И сегодняшний день мы радуемся, собираясь здесь, где наши детки хотят предоставить этот концерт, порадоваться. Потому что есть чему радоваться. И давайте порадуемся и поблагодарим Господа Бога. Наши деды оставили нам подвиг жизни без крайней любви. И молились они небесам, чтобы счастливы были и мы, чтобы помнили в сердце храня неподдельную к жизни любовь. В 4:15 утра немецко-фашистские войска без объявления войны напали на нашу родину. Когда предутреннюю тишину нарушили залпы немецких орудий, рев танков, вой падающих бомб, наш народ встал во весь рост на защиту Отечества. Вся огромная страна встала на смертный бой за святое и правое дело. Уходили на фронт солдаты, храня в сердцах огромную надежду вернуться вновь к своим любимым, близким людям. Война уносила жизни, но не сломила в народе дух сопротивления, воли к защите Отечества. Служба солдатов всегда была почетна и важна. Все мы хотели бы жить в мире и покое, а для их защиты и нужна армия. Будем армии служить, будем родину хранить, чтобы было всегда хорошо. Прекрасный мир, полученный в наследство. Нам нужно бегать, прыгать, петь и говорить друг с другом. О чем угодно говорить, об играх и забавах, о мотоциклах, о кино и о ковбоях бравых. Кому мешал вот этот мир с цветами на опушке? Кто в этот мир, чудесный мир, прицелился из пушки? Зенитки грохали, соседки охали, бомбежки множили, слова безбожные. А мы играли, играли в беженцев, в полуразрушенном бомбоубежище. И на тревогу, как на свидание, засунув кукол в мешок для обуви, у смерти в зале для ожидания считалки детские. Читался текст в карандаше письма пришедшего с войны. Сейчас затишье ждет весьма конец, но скоро бой быстрей войне конец. Теперь не знаю я, когда смогу черкнуть вам пару строк, сказать, что вас люблю. Милая, детей
побереги себя хотя бы немножко, пожалей. Жадина быстрее кружится, от весенней пути. И поют над нами птицы, и поем, как птицы мы. Позабыто все на свете, сердце замерло в груди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Тот маленький, над ним смеялись все врачи. Куда такой годится маленький? Ну разве только в трубочи? А что ему, я ни по чем? Ну трубочем, так трубочем. Жгучий тоской и
завоевали мир для нас. Мы будем храбрыми, как деды, родную землю защитим, и наше солнышко победы мы никому не отдадим. Поздравляем вас с великим днем! С днем нашей славы! С днем победы! Пусть будет мирным это небо и теплый отчий дом. Пусть будет счастлив наш народ. Пусть здравствует и процветает наша Родина. Счастья, радости, тепла и мирного неба! Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы пламя, поднимаем Россию знамя. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы пламя, поднимаем Россию. Дорогие друзья, дорогие дети, родители, спасибо, что в этот день вы с нами. Вместе с нами свидетельствуете о великой победе нашего народа. Победе, которая уже 78 лет, и в эти дни мы также верим, что наша победа не за горами. Победа над фашизмом, который есть сатанизм. А мы, великая Россия, мы с вами принадлежим к Святой Руси, у которой столица небесный Иерусалим. Поэтому молимся, поэтому нашими молитвами и молитвами наших святых воинов, которые незримым сводом обходят все наши земли, мы верим, что победим. Просим всегда молиться, приходить в храм, поддерживать детей, воспитывать их в добре, православии, вере в победу и, самое главное, учить любви. Любви к людям, к Богу, к Родине. Спасибо, Господи, родные, что вы с нами. С праздником! С Днем Великой Победы!